Вологодский спортивный союз провел очередной полумарафон. Он назывался Стрезневский полумарафон. Конечно, нам не очень повезло с погодой. Был дождь, снег, но тем лучше, тем интереснее бегать, потому что именно вот в таких необычных условиях происходит развитие. Эмоции у всех зашкаливают, все счастливы, довольны. Нужно отметить, что первый свой полумарафон Вологодский спортивный союз провел осенью, он назывался Покровский полумарафон. Было много положительных отзывов, ребята к нам обращались организовать, провести еще. И здесь, благодаря поддержке главе Вологодского района Сергею Геннадьевичу Жестянникову, базе ЕС, которая тоже с удовольствием приняла наше предложение, разместила ребят, спортсменов, предоставила базу, мы смогли реализовать сегодня вот этот Стрезневский полумарафон. На мой взгляд, все получилось отлично, все супер. Единственное, конечно, как я уже сказал, немножко не повезло с погодой, поэтому количество участников не такое большое. Мне вообще понравилось, конечно, то, что очень много людей разных возрастов бегут. Как бы. Ну, действительно, я понял для себя, что нужно тренироваться, нужно заниматься спортом. Массовый спорт, но он требует тоже определенных усилий. Поэтому мы вот как одни из основоположников развития спорта муниципалитета, Вологодский муниципальный район, я думаю, мы эту работу будем продолжать, и продолжать достаточно активно. Я сам лично попробовал, мне понравилось. Так что приглашаю нашу молодежь Вологодского района, молодежь Вологодской области именно участвовать в таких мероприятиях. Это классно, это здорово, это проверить себя, это зарядиться энергией, это получить массу хороших впечатлений. В общем, вообще все понравилось, отличная организация, как всегда на таких пробегах. Погода сегодня очень интересная была, то дождь, то снег, но это добавило такую изюминку, я думаю. Грандиозное впечатление, это была моя первая половинка в жизни, которую я пробежал. Так я бегал в основном все на дорожке и выступал на дорожке. Море эмоций, море желаний на последующее. Хочется дальше бегать, развиваться, дальше марафон. Думаю, что подготовимся к концу лета и пробежим его более лучшим результатом.